Создание условий для производительности труда, а также прибыли предприятия без лишних вложений – суть национального проекта «Производительность труда», в котором наш город принимает участие. Главная задача, которая должна быть решена в рамках реализации национального проекта «Производительность труда» – это помочь предприятию начать работать без простоев и потерь, стать более эффективным и конкурентоспособным на рынке. Участники проекта получают экспертную поддержку для совершенствования бизнес-процессов, производства, логистики и сбыта своей продукции. На территории Новосибирской области исполнителем национального проекта является региональный центр компетенции в сфере производительности труда, созданный на базе агентства инвестиционного развития. Специалисты регионального центра компетенций в сфере производительности труда и федерального центра компетенций внедряют инструменты бережливого производства на площадках наших компаний. В Новосибирской области к проекту присоединилось уже более 40 предприятий. На территории нашего города полным ходом идет реализация национального проекта на предприятии ЖБИ-5. Еще ряд крупных предприятий планируют вступить в национальный проект в ближайшее время. Эффективность проекта предприятия и его реализующие отмечают практически сразу. Среди основных плюсов – повышение выработки на одного сотрудника, снижение времени на переналадку оборудования, увеличение объема производства, сокращение времени выпуска изделий и, что немаловажно, снижается уровень брака. В течение полугода на площадке предприятия эксперты регионального центра или федерального центра компетенции работают с коллективом, а затем полученный опыт сотрудники тиражируют на другие производственные процессы. Национальный проект «Производительность труда» – это четкая история про конкретные вещи, про конкретный инструментарий, который позволяет предприятиям стать более эффективными и конкурентоспособными на рынке. Участие в нацпроекте могут позволить себе далеко не все желающие. Предприятие должно соответствовать ряду требований и необходимым условиям. Существует ряд критериев, один из которых – это объем выручки. То есть выручка предприятия должна соответствовать показателю выше 400 миллионов рублей за предыдущий год. А также отношение предприятия к одной из приоритетных отраслей экономики – это обрабатывающее производство, сельское хозяйство, транспорт, строительство и торговля. Вот, обладая этими критериями, предприятие может принять решение и вступить в национальный проект, обратившись в региональный центр компетенций, созданный на базе агентства инвестиционного развития. Нашему городу, безусловно, важно, чтобы все предприятия, учитывая вот сложные ситуации, которые сейчас происходят в мире, продолжили свою работу, чувствовали себя стабильно на рынке, ну и повышали свою производительность.